По статистике, 65% россиян считают себя православными. Извините, пожалуйста, а еще не воскрес, не знаете? По этой же статистике, регулярно в храм ходит не больше 10%. Голый, вылитый ты. Остальные оказываются там пару раз в год по особенным поводам. Помогите сдать теорию эволюции. Меня зовут Матвей, и я будущий священник. Матвей, ты будешь в этом храме настоятелем. Но я же не рукоположен. Так рукоположен. Но я же не женат. Так поженим, прямо в августе обвенчаем. Что мне делать-то теперь? Жену искать. За месяц? Просите, и дано будет вам. Стучите. Блин. Не подведи нас. Ты же знаешь, как отец на тебя надеется. Моя матушка. Я ж тут просто на мертвеца похож. Ничего, пусть сразу знает, как ты в пост выглядишь. Я Матвей. Вот, тебе уже сердечки шлют. Я Матвей. Очень приятно. Матвей. Может, зря я зациклился на этих православных, а? Матвей, ты мне не бунтуй. Что здесь происходит? Да ладно, это электронный. Вкусно же пахнет манго. Здесь не курят, даже манго. Считайте, что это карманная кадила. Вы кто такая? Я вообще-то здесь храм расписываю. А вы кто такой? Я здесь настоятель. Да ладно. Почти. Настоятель здесь большой такой дядька с бородой. Хотя даже усиков нет. Здравствуйте. Нет, спасибо. Фигуру берегу, а то вдруг замуж не возьмут. Ты будешь классным мужем, а я отличной женой. Ты же меня едва знаешь. Ну ты глаза-то разуй, Матвей. Это точно невозможно, невозможно. Сойти с ума, влюбиться так неосторожно. Кем ты себя возомнил, а? Есть долг, семья и традиции. Найти тебя не отпускать ни днем, ни ночью. Все невозможное, возможно, знаю точно. Да, батюшка. Чего? Что-то случилось, отец Иоанн. А, ты Велик где-то? Это смешно. Тогда выезжаю. Спеши, Матвей, иначе отлучу. Очень спешу. Случилось что? Крестить надо. Срочно.